Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг весь подход просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Год был, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. 3/4 нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нам. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нас. Но мы не унывали. Не падали духом. В одной войне организовали под нами Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна по много раз богаче теперь. И промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, прежде всего вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших под его гитлеровское деяние. Мы имеем теперь замечательную армию, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей войны. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогают им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпаются. Бог великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображают некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала панические бегства в хваленные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы истекают. Дух возмущения овладевает не только народом Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны.
Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед победа!